Мария Хвостова по образованию учитель. Воспитателем девушка стала по стечению обстоятельств. Но сегодня она свою жизнь без любимой работы не представляет. Так получилось, что из города в город пришлось переезжать. Вакансии не нашлось, и пошла в детский сад. И вот мне здесь понравилось, и сейчас, чтобы уйти в школу, даже нет мыслей никаких. В детском саду «Жемчужинка» Мария работает уже 7 лет с момента открытия учреждения. На работу идет как на праздник, признается девушка. А недавно Маша заняла второе место в конкурсе «Воспитатель года». Единственный минус – это долгая дорога от дома до работы. Сейчас я живу в городе Голицыно. Я, в принципе, там всегда и жила. И вот на работу добираюсь, ну, либо своим ходом на транспорте, либо на машине. Вот. Ну, по пробкам, конечно, сложновато. В Одинцовский округ Мария вместе с мужем переехала в 2015 году из Липецкой области. Уже здесь родился сын Андрей. Жилищный вопрос для молодой семьи стал весьма актуален. Руководство предложило перспективной сотруднице поучаствовать в программе «Социальная ипотека». Мария прошла отбор, вместе с мужем собрали необходимый пакет документов и теперь всей семьей ждут сдачи дома в микрорайоне Одинцово-1, где у них будет просторная двухкомнатная квартира. Мы изначально планировали новостройку, поэтому вторичку даже и не рассматривали. Сдастся в апреле 2024 года, и уже будет там, в принципе, ремонт сделан под покраску. Да? Но мы планируем все-таки воспользоваться услугами дизайнера и уже сделать все как надо, чтобы жить уже на долгое время. Благодаря программе «Социальная ипотека» семья Хвостовых заплатит только проценты по кредиту. Стоимость квартиры выплатит государство. 50% они получили в виде жилищной субсидии. Оставшаяся сумма поступит в течение срока погашения ипотечного кредита. Полина Толмачева, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».